2006 год был. Беспорядок был. На метро продали что? Диплом продали. Наркотик продали. Я плакал. Это моя вторая родина. Потому что моя родители, духовная родители здесь. А материал родил там. Здесь меня воспитывали, здесь учился. Потому что беспорядок. Кто исправит? Путин пришел против бандит, против мафия, он боролся. Сейчас все мир его захватили. Любой человек был, он боялся. Потому что весь мир против него. Его друзья тоже такой, да, как смотрит. Нет, он стал один. Давай берегите Путина. Если Путин не будет, Россия не будет.